Место для проведения профилактической акции, направленной на безопасность участников дорожного движения на проезжей части, сотрудники госавтоинспекции выбрали не случайно. Нерегулируемым пешеходным переходом, расположенным на пересечении Строительной и Советской улиц, ежедневно пользуются студенты Московского регионального социально-экономического института и воспитанники детского сада «Ласточка». Ребята работают с нами на протяжении многих лет, и сегодня вот они решили поддержать наши хорошее мероприятие совместно с воспитанниками детского садика «Ласточка». Студенты сегодня показывали еще раз нашим участникам дорожного движения о том, что нужно быть яркими и заметными на дороге, и то, что они являются также активными участниками за, наверное, пропаганду безопасного поведения на дорогах. В рамках мероприятия студенты помогали малышам переходить дорогу и рассказывали о правилах безопасного поведения на проезжей части. Для них это в первую очередь игровой мотив, и я думаю, они очень сильно счастливы от этого мероприятия. Это помогает им понимать, принимать и осознавать. Надо переходить дорогу правильно и не бежать. Смотреть по светофорам и посмотреть налево и направо. А светофор какого цвета должен быть? Красного и зеленого. Красного или зеленого? Желтого. Так, ребят, помогаем Эмилю. На какой цвет светофора мы с вами переходим? Зеленый! Виктория Кузьмина, студентка второго курса, учится на факультете дизайна. Девушка впервые участвует в такой акции. Эта акция поможет детям стать ответственнее, осознаннее. Она помогает детям с раннего возраста выучить правила дорожного движения. И в будущем им это очень пригодится. В преддверии Дня студента сотрудники ГИБДД совместно с учащимися института ежегодно проводят подобные профилактические мероприятия. Также в ходе акции ребята помогали инспекторам раздавать пешеходам информационные листовки об использовании световозвращающих элементов на одежде. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.